Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео у нас рисование и раскраска антистресс. И будем мы рисовать вот такого милого единорожка.
единорожка мы нарисовали, теперь стоит его раскрасить. Итак, дорогие друзья, мы нарисовали и раскрасили раскраску антистресс. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь в комментариях впечатлениями к этому видео. А я пойду готовить для вас новый рисунок. Всем пока!